Мы на месте. Мы приветствуем Зане, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс. Она кивает, но она как не в себе, у нее накидка какая-то сзади, как плащ. Хорошо. Длинные рукава и вниз пол по спине. Накидка. Сканер. Просканируй сейчас Зане, отключи эту накидку, отключи все сопутствующие, связанные с ней, чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Все это выходит, и сила моего намерения, как выйдет, отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Она на шее завязана. Сканер развяжет. Она связана с кем-то на голове. Не понял. Рахной. Арахноид у нее на голове сверху сидит, это ее накидка. Снимаю этого арахноида, кидая в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, арахноид. Я вижу, тебе надоело существование твое, да? Скучно тебе? У него много глаз, моргает. Всеми? Вот сегодня эти глаза будут очень сильно моргать, арахноид, когда перед тобой откроется портал в галактическое ядро, и я спрошу Зане, не хочет ли она скинуть этого паука астрального в галактическое ядро. И представь себе, если она скажет «хочу», ты через 3 секунды уйдешь в галактическое ядро. Просканирую его. Снимаются маски и голограммы. Это, конечно, сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Если это голограмма, сжигая ее. Тарахнует просто он больше того. Что, со мной играться здесь решил или что? Он как на лапах поднялся, вытянулся. Мохнатых. Хорошо, арахноид. Мне повторить то, что я сказал, или ты все услышал? Повторите. Услышишь в процессе работы. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой. Зане под ногами. 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Зане. Находит все. У нее синий дракон. Инсектоид. И бес. Все. Какой бес? 8. Какой синий дракон? 12.36. Хорошо. Кто из вас находится в квартире Зане? Рахноид. Синий дракон. Бес. Все, кроме инсектоида, да? Мы сегодня чистим эту квартиру тоже. Поэтому вы сегодня будете с нами чуть дольше работать. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Зане спроецировать все энергетические и сферические каналы жизни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилию потоки в 50 раз. Бес, сколько ты находишься в этом биополе? Он ее год знает, 8 месяцев в биополе. На что зашел? Какая частота? Что это было? Усталость и подъем голоса. Подъем голоса. Чуть громче говори, Вера. Хорошо, подъем голоса. Повышение голоса. Идем дальше. Инсектоид, сколько ты находишься в этом биополе? 2,5 месяца. Он маленький, он показывает, как его мама подсадила. Понятно. В квартире? Нет, это общественное место. Больше на больницу похоже. Понятно. Больница или что-то. Там обычно они и используют для подключения. Это самое лучшее место. Много народу, абсолютно верно. Хорошо, синий дракон, сколько ты находишься в этом биополе? Подожди, причем это что-то детское заведение или детская больница или место, где дети? Поликлиника, может, детский сад. Хорошо. Синий дракон? 2 года. И арахноид. На каком основании ты надел на человека накидку, на эту душу? Кто тебе давал такое право? Он сплел накидку. Договорился с ней. Ты с ней договорился? У тебя есть контракт с ней? Ну, 8 лет старался. Я не услышал ответ на свой вопрос. У тебя есть контракт Нет. с ней? Понятно. Что значит 8 лет ты старался? Ты находишься здесь нелегально. Тебя никто не приглашал в этой биополе. Тебе никто не давал согласия на воровство ее энергии. Что ты сделал? Вот я сейчас повторю. Она любит красоту. И я сплел ей шикарную накидку. Широкую. У меня сейчас просто слов нет. Зане, я обращаюсь к вам. Вы видите сейчас этого паука в клетке? Она говорит, я так устала от него. Он утверждает, что он с вами договорился. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? Нет, конечно. Арахноид, ты меня обманул? Он ее во сне уговаривает. Показывает ей красивые накидки. Она выбрала эту. Он сплел. Во сне? Да.
Это дело не одного дня, то есть он постоянно к ней приходил. Хорошо, Зене, вы об этом что-то слышали? То, что нам пытается здесь втюхать этот паук? Я не заключаю договоры с пауками. И накидку никакую вы не выбирали себе? Нет, это верно? Конечно. Хорошо, арахнует. 50 тысяч герц удар. Нам очень не нравится. Он как-то приседает, поднимается на ногах. Он говорит, не бей меня. Это самое минимальное, что я тебе могу дать. Если ты еще раз осмелишься мне рассказывать здесь истории, фантастические, я тебя просто уничтожу. Вернее, она. Ты должен отвечать. Я не вижу осознанности в тебе вообще никакой. Ты даже не признал, что зашел с захватом в ее биополе. Ты не понимаешь последствий своих действий. Если я не увижу этого сожаления, я тебя буду наказывать, арахноид. По воле изъявления Зане. Как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри. Закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Зане забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. У меня возвращаются от накидки энергии верхних двух чакр. Ну, воровал у нее верхние две чакры. Третий глаз и коронную чакру. Закончился реверс. Хорошо. Начинаем тогда с инсектоида. Есть у тебя инкубаторы в биополе? Нет, он должен вырасти, он очень маленький. Выходи сейчас. У тебя что-то осталось в биополе ее? Да, у него есть место свое. Хорошо, выходи, вытаскивай все, что ты там оставил, ничего не забывая, возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то из вас что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Я вас предупредил. Он забрал такая, как капсула, что ли, в ней находится кислота, которая вызывает аппетит. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Сердце сняло плату. Снял. Хорошо. Арахноид, выходи. Снимая всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки, все, что еще осталось невытянутым, вытаскивай, возвращайся назад и докладывай о готовности к проверке. Приступай. Но он полностью долба, вот это место верхнее, занято им. Причем он, когда немного переходит на одну сторону, у него голова как наклоняется туда-сюда от него. Вот же ж паразит. Он такой клубок вытащил оттуда свою тоже паутины. Хорошо. Бес, скажи мне, есть ли в биополе лярвы? Но не вокруг шеи, вот это от накидки. Тяжесть плечи и затемнение. От накидки. Хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы? Да, хочешь. Выходи сначала, снимай все, что ты оставил в ее биополе. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Но надел сапожки на нее. Снимает. С рук снимает. Это утяжелял или что это делало? Или ты собирал туда энергию? Но он ее в движение приводил. Пустые. Чтобы она вырабатывала энергию и уставала, да? Потом она по дому ходит в них туда-сюда. Постоянно в движении. Ты это хочешь сказать? Да. Хорошо, все понятно. Разрешаю тебе забрать лярвы. Ничего не забывай. Снимай и возвращайся в клетку. Приступай. Готов. Даю команду на рассинхронизацию Зане с арахноидом, его накидкой, синим драконом, инсектоидом и бесом на счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая Зане внутренний белый свет, этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, чужеродное, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар перед ней. Небольшой вышел шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Зане, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают все каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Бес, сегодня мы чистим квартиру. Ты один в квартире или еще кто-то есть? Черт есть? Один. Хорошо. Ты хочешь получить негатив, который там находится?
Хочу. Я тебя сейчас отправляю назад в квартиру. Ты пока соберешь все, что ты раскидал в этой квартире. После этого покажешь мне портал, я их закрою. После этого я соберу тебе весь негатив в дорогу. Устраивает? Да. Хорошо, синий дракон и арахноид. Я обоих вас сейчас тоже открою второй портал. Вы уйдете в квартиру. И за это время соберете все, что вы там оставили. Чуть позже я приду, проверю и отпущу вас первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Хорошо. Открывается два портала в квартиру Зане. 1, 2, 3. В один портал уходит бес. В другой портал уходит синий дракон и арахноид. Накидка остается в клетке. Закрывай, печатай, растворяй оба портала. Есть. Хорошо. Под накидкой открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяю. Готов. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Зене, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую, уверенно чувствую, энергетично наполнена, и кажется, я знаю, кто я. Хорошо, сейчас узнаем. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики.